Производство Rainbow. Автор идеи и Джиньо Страффи. Режиссер Иджинио Страффи. Клуб Винкс. Блум живет тихой жизнью в Гардинии. Добро пожаловать в Гардинию. Но однажды она узнает, что она фея, и покидает землю, чтобы учиться в волшебном измерении в школе фей Алфея. Там она находит новых друзей. Вместе они становятся клубом Винкс. Блум бросает вызов три злые ведьмы Трикс. Во время жестокой битвы Блум побеждает Трикс, впервые превратившись в фею. Месть Трикс. Блум, Блум, ты слышишь меня? Да, я слышу тебя. Блум, Блум, мы снова встретились, малышка. Где я? Это не школа, Алфея. Я знаю, и у нас мало времени. Время? На что? Кто ты? Я Дафна. Слушай внимательно, Блум. Ты должна найти меня. Но ты сон. Я настоящая, Блум. А? Ищи меня, Блум, и ты найдешь. Я найду тебя. Я найду тебя. Дафна! Дафна! Я найду тебя, Дафна! Нет, это не был кошмар. А можно поподробнее? Это сложно, но все было реальнее, чем во сне. Ага, продолжай. Там была женщина, она звала меня. Вполне возможно, это было психоволшебное послание. Хочешь сказать, что она связывалась со мной? Да, через сон. Вот что показывает волна памяти в коре твоего головного мозга. Ну, что ты думаешь? Это она? Да, Дафна. Ты знаешь ее имя? И я ее где-то видела. Вне моих снов. А, конечно, я вспомнила. Это было на главной площади Магикса. Но она была не в толпе. Она была на фасаде большого здания. И она смотрела на меня. Она настоящая. Поищем ее в библиотеке. Я попрошу библиотеку провести поиск. Дафна! Ого, очень быстро. Почти как интернет. Посмотрим. Дафна? Нет, я не хочу знать, что это значит, это слово. Я хочу узнать про фею. По имени Дафна. Фея Дафна. Эй, посмотри на все это. Итак, Дафна. Вот она. Ого, принцесса Домино и одна из верховных нимф Магикса. А, Дафна, нимфа Магикса. А? Ой! А! Стойте, подождите! О, нет! О, нет! Хватит книг! Помогите! Закритус! Ой! Надо будет отремонтировать поисковую систему библиотеки. Мисс Фарагонда! Все нормально, Блум. Все позади. Тебе лучше? Кажется, да. Хорошо, можешь идти. Проведешь поиск в другой раз. Спасибо, мисс Фарагонда. Нимфа Дафна. Мисс Барбатея. Да? Разложите книги по полкам и закройте библиотеку. Да, конечно. Что? Закрыть библиотеку? Да. И не надо волшебства. Неизвестно, что нас ждет. Никакого волшебства? Тут работают мощные силы, Барбатея. Я думала о тебе, Ривен. Ты зря тратишь талант, амбиции и смелость на специалистов. Я знаю, ты хочешь большего. Поверь, мы с сестрами можем дать тебе силы. Продолжай. Мы должны быть уверены, что ты за нас. И мы можем рассчитывать на тебя. Рассказывай нам все об этих мерзких феях.
На следующее утро в школе фей Алфея. Флора, ты уже собралась? Я решила уехать пораньше. Хочу скорее увидеть свою семью. Мы не виделись целую вечность. Хотя твое заявление эмоционально, я соглашусь. Я тоже. Увидимся через пару недель. Хороших весенних каникул. Добро пожаловать в Гординию. Весенние каникулы. Эй, привет, солнышко. Привет, папочка. Привет, Блум. А, здрасте. Едешь в магазин, да? Увидимся за ужином. Да, хорошего дня. Я так рада быть дома, мама. Я рада, что ты вернулась. Спасибо, что поможешь мне в магазине. Простите, миссис Дживс. Кажется, они закончились. Эй, мама! Немного осталось. Держите. О, спасибо. Хорошо, когда у ассистента волшебные руки. Я так рада быть дома. Вы слышите? Кто-то кричит! Пошли! Тут ребенок! Я иду! Ого! Иди ко мне, малышка. Не бойся, детка, я с тобой. Блум, что случилось? Тебе приснился плохой сон? Не бойся, я с тобой. Мне приснилось, что ты спас в огне ребенка, и ты сказал ту же фразу: «Не бойся, я с тобой». Кто был этот ребенок? О, Блум. Постарайся заснуть. Поговорим утром. Это был не просто сон, правда? Это было со мной. Мне нужно знать правду. Скажите мне правду. Ванесса. Да, Майк, думаю, пора сказать Блум. Она должна знать. Знать? Что? Все. Тот ребенок, которого ты видела. Тот ребенок — это ты. 16 лет назад я спас тебя из огня. Из огня? Почему я оказалась в огне? Мы не знаем. Твой отец нашел тебя там. Это было чудо. Весь дом горел, но тебя пламя не коснулось. Оно защищало тебя. Я не знаю, как ты попала в это здание. Ты была одна, но ты не боялась. Мы знали, что ты особенная, Блум. Тогда значит, что я не ваша дочь. Блум. Вы удочерили меня. Почему? Почему вы не говорили? Мы собирались, Блум. Мы хотели сказать тебе правду. Когда ты повзрослеешь и сможешь понять. Но потом все изменилось. Феи, огры, волшебные школы. Началось такое безумие. Мы просто не успели, прости нас. Мы не хотели обманывать тебя, Блум. Ты самое главное в нашей жизни. Ты для нас все.
Мы полюбили тебя, как только увидели. И так будет всегда. Ты всегда будешь нашей дочерью. Да, всегда. Я люблю вас, папа, мама. Каникулы, все было отлично, но слишком коротко. Не грусти, Блум. Я понимаю, что это шок, но помни, твои родители выбрали тебя. Они любят тебя. Но ведь для тебя ничего не изменилось. Я знаю, но теперь у меня много вопросов. Вопросов? О чем? Я же фея. Как я попала на совершенно неволшебную землю? И это не все. Кто мои настоящие родители? Мои силы от них? Ты права. Вопросов много. Ты уверена, что хочешь знать ответы? Я должна узнать, кто я. Винкс, вы поможете мне? Конечно, без вопросов. Я с тобой. Мы даем слово. Можешь рассчитывать на нас, правда, Винкс? Да, да, верно! Можно я войду? Да, Блум. Я хотела видеть тебя. Я думала о том, что было в библиотеке до каникул. Я знаю, что ты ищешь Дафну. Дафну? Да. Дафна – одна из трех верховных нимф Магикса. Блум, после долгих раздумий я решила показать, что я знаю о ней. Пойдем. Дафна жила тут, на дне реки Ракалуче. Пойдем. Иди, Блум, не бойся. Блум, я показала тебе, что я знаю о Дафне. Я надеюсь, этого достаточно. Но я хочу знать больше. Понимаю. Но я боюсь, что твои поиски опасны. Ты должна прекратить их сейчас. Тем временем в облачной башне. Давайте уничтожим ее. Мы не должны останавливаться. Блум – самая мощная из фей волшебного измерения. Я знаю, сестры, но надо действовать аккуратно. Фу. Нельзя просто уничтожить ее. Это слишком расточительно. Почему вы так не любите фей? Они не такие плохие. Прости, ты правда говоришь со мной? Я просто хотела сказать, может, нам стоит дружить? Как мило! Ха-ха-ха!
Что с тобой такое? Что за глупости ты говоришь? Но, Люси... Вся облачная башня смеялась над тобой. Ах, это такой позор. Все дело в Трикс. Они такие злые. А мне нравятся Трикс. Я хочу быть похожей на них, а не на тебя, глупышка. Эти ужасные Трикс. Люси становится такой же. Мне надо что-то делать. Мы с Люси лучшие подруги. Я не позволю Трикс рассорить нас. У меня тоже есть силы. Сурьявак он диспер атум вол ант инпериджум май. Сестры, у меня есть план. Мы обманем Блум. Мы заставим ее думать, что она ведьма. А когда она будет плакать в одиночестве, мы отнимем у нее силы. О нет, это ужасно! Я должна найти эту девушку! Трикс настроили Люси против меня! Я заплачу им той же монетой! Я предупрежу Блум, и все узнают, какие они лживые! Мы попробовали еще раз, и все упали. Потом мы попытались встать. Блум, ты не слушаешь. Что случилось? Прости. Я думала о том, что мне сказала Фарагонда. Понимаю, что я не должна переживать, но все изменилось. Я уже не знаю, кто я такая. У меня столько вопросов. Что ж, возможно, мы сможем найти некоторые ответы. Знаешь, я пыталась узнать о Дафне. Кто она? Как мы с ней связаны? И Фарагонда приказала остановить поиски. Если я не могу использовать нашу библиотеку, может, я смогу посмотреть в волшебном архиве облачной башни? Ха, ты хочешь проникнуть в облачную башню? Хорошо, я помогу тебе. Да, это безумный план. Ха, а зачем тогда нужны друзья? Волшебный архив — это самая большая коллекция магических книг в волшебном измерении. Блум настроена решительно. Так, что мы ищем? Там есть книга, которая ответит на любой вопрос. Нужно просто спросить. Хорошая идея. Да, но лезть в облачную башню — это полное безумие. Брэндон, я сказал Блум, что помогу ей, и я сделаю это. Как скажешь, Скай. Решай сам, но я тебя предупреждал. Я покажу тебе, как найти эту книгу. Так-так. Я знаю, кому это будет интересно. Дарси. Ривен, я слышу тебя. У меня для тебя новости. О, замечательно. Мы почти на месте, Блум. Значит, Тимми говорит, что мы должны найти определенную книгу? Да. И похоже, мы движемся в правильном направлении. Спасибо, что пошел со мной, Скай. Наверное, мы на месте. Блум, подумай об этом. Ты точно хочешь это сделать? Я должна узнать, кто я, Скай. Какой огромный зал. Я не знаю, с чего начать. Тимми сказал, что мы поймем, когда ее увидим. Наверное, это она. Книга, отвечающая на все вопросы. Ладно, давай попробуем. Я хочу знать, кто я на самом деле. Блум, ты ведьма! О, Скай! Что такое? Что ты увидела, Блум? Я увидела трех старых ведьм, и они сказали, что я как они. А? Что я ведьма. Что ты ведьма? О, нет! Скай, неужели для тебя это что-то меняет? Скай! О, Скай! Я понимаю. Не стоило мне спрашивать, но теперь я знаю. Я ведьма. Я отвезу тебя в Алфею, Блум. Нет, Скай. Я сама вернусь. Пожалуйста, уходи. А, я снова проспала? Я тут не из-за этого.
Я так волнуюсь, Блум пропала. Она вчера так и не вернулась. О, правда. Мы искали везде. Блум нигде нет. Надо пойти искать ее, девочки. Срочно. Уже утро. А до Алфея еще далеко. Что ж, надо идти. Судя по моим эмо-образам, я уже близко. А? Я что-то почувствовала. Может, это она? Эй, кто там прячется? Кто ты? Привет, я Мирта. Привет, меня зовут Блум. Я знаю. Правда? Я давно ищу тебя. Ты должна узнать кое-что важное. Трикс хотят обмануть тебя. Перестань баловаться, Сторми. Если будешь делать это, спалишь весь лес. Сестры, мы здесь, чтобы найти Блум. Давайте следовать плану, ладно? Прости, Айси. Отлично, Винкс. Мы должны найти Блум. И быстро. И для этого нам придется использовать силу. Точно! Магия Винкс! Чармикс! Прощение, Чармикс! Магический свет! Стелла! Фея яркого солнца! Прощение, Чармикс! Тебя прекрасней нет! Крылья расправляй! В небеса взлетай! Как радуга сияй! Прощение, Чармикс! Магический свет! Флора! Фея природы! Откроет тебе секрет! Крылья расправляй! В небеса взлетай! Как радуга сияй! Текна! Фея технологий! Тебя прекрасней нет! Крылья расправляй! В небеса взлетай! Как радуга сияй! Превращение Чармикс! Винкс, за работу! А куда она пошла? Кое-кто видел, как тут проходила Блум, и мы на нем стоим. В смысле, трава? Супер-пыльца! Смотрите, девочки, Блум пошла туда. У травяных полей отличная память. Надо определить ее местоположение. Ультразвуковой зонт! Сканирование завершено. Начинаю анализ данных. Отлично, получилось. Зонт обнаружил фею в темном лесу. Вот тут. Отлично, а я сделаю то, что люблю делать. Освещу это место. Восходящее солнце. Девочки, я осветила путь. Пойдем. Даже с моими силами долго светить невозможно. Вперед! Трикс хотели убедить тебя, что ты ведьма, Блум. О, ничего себе! Значит, я не ведьма. Они обманули меня. А почему они такие злые? Это почему мы такие злые? Просто ради веселья. Вижу, ты тусуешься с Миртой, маленькой ведьмой, превращающей эмоции в образы. Это хорошо, потому что с ней никто не дружит. Вы ужасные, Трикс! Вы злые! Злые? Нет, мы зловещие. Ты влезла в мой план, Мирта. Мне это не нравится. Как мило. Давайте спустимся, девочки, и вырвем всю силу из сердца малышки Блум. Оставьте их в покое! Я разберусь с вами, феи!
сбила мой настрой! Глупый поступок! Ты надоела мне, Мирта! Ты все время мешаешь, доставучая, маленькая... маленькая... тыква! Почему бы нет? Ты... Мирта! Нет! Что случилось? А где Блум? Она исчезла. Снова? Эй, я тут! Блум! Привет, девочки! Ты разобралась с Трикс? Наверное. Но смотри, что они сделали с Миртой, бедняжка. Заклинание Айси, черная магия. Но я попытаюсь ей помочь. Отнесем ее обратно в Алфею. Я не могу сосредоточиться. Я все думаю про Ская и про то, что случилось в Облачной башне. Он мне больше не звонил. Я? Думаешь, мне позвонить ему? Какой смысл? Он думает, что я ведьма. Неудивительно, что он не подходит. Кека, ты дал мне плохой совет. Тем временем в Красном фонтане. Отомщу тебе за это, Скай! Все идет хорошо, когда торта. Это будет отличное шоу, Саладин. Я рассчитываю на вашу выставку драконов. Мы с мальчиками поразим всех. Красный фонтан должен показать себя в лучшем свете. Я пригласил важных людей. Блум, привет. Это Скай. Прости, что не звонил тебе. Я был занят. Я готовился к выставке. А, все в порядке. Я хотела объяснить про тот вечер. Я узнала, что я не ведьма. Это был глупый обман. Ну, хорошо. Да, но Трикс охотится за мной, и я не знаю почему. Мне нужно поговорить с тобой. Мы можем встретиться? Может, на выставке? На выставке? Да. Что думаешь? Слушай, прости меня, Блум. Она только для избранных. Мне нужно идти пока. Проклятие. Тимми, у меня проблема. О чем ты? С Диаспора, принцессой, с которой я помолвлен. Но я люблю Блум. Наверное, есть какой-то выход. Дай-ка я подумаю. Диаспора приедет сегодня, да? И? Скажи ей все как есть. Признайся. Что я должен сделать? Скажи, что любишь другую. Скажи, что ты любишь Блум. Мне все равно. Но это безумие. Блум, перестань. Будь благоразумной. Что происходит? Блум хочет пойти на выставку к мальчикам в школу Красный фонтан. А приглашение есть? Не получила, в этом вся проблема. Но, Блум, так нельзя. Я так и сказала. Но мне очень надо поговорить со Скаем. Наедине. Потому что он тебе нравится? Нет, Стелла, мы просто друзья. В таком случае нет причин делать что-то безумное. Стелла, он мне нравится. Но я не знаю, что думает он. Мне надо поговорить с ним. Сегодня. Ладно, Блум, мы поможем тебе пройти.
Эй, девочки, что вы тут делаете? Ничего, просто гуляем. Бежим! Бежим! Эй, стойте! Куда это вы? Стойте! Ну, отлично, я их потерял. Кучка малолетних преступниц. Извините. Похоже, это была плохая идея. Диаспора, стой. Кто это? Скай. О, Скай. Будь серьезным. Диаспора, я серьезен. Я знаю, что ты любишь меня. Ведь ты мой жених. А, Диаспора. Ее жених? Это снова обман. Эти мерзкие ведьмы снова мучают меня. Ты в порядке? Ты ранен? Нет, пара ссадин. Ривен меня достал. А мне плевать. Эй, ребята, сейчас не время. Надо провести показ драконов. Они меня не обманут. Чего ты хочешь? О чем ты говоришь? На этот раз я буду драться. Блум, волшебница Винкс, Чармикс, я! Превращение Чармикс, магический свет. Превращение Чармикс, тебя прекрасней нет. Крылья расправляй, в небеса взлетай, как радуга. В чем твоя проблема? Но если хочешь драться, принцесса Диаспора! Ты сама напросилась. Ну, держись. Я покажу тебе, психопатка! Ах ты, маленькая! Ты же не обижаешься за инцидент, правда? Знаешь, Ривен, раз уж ты заговорил об этом... Никаких обид! Круто! Это выставка драконов, а не битва драконов. Назад! Что это? А?
Диаспора! О, нет! О, Скай! Скай? Да что с тобой такое? Это же мой будущий муж! Эй, стойте, Блум! Я... О! Кажется, это ваша студентка Фарагонда. Да, все верно. Она сорвала мою выставку. Пожалуйста, простите меня, Саладин. Что ж, вижу, не только мои студенты совершают проступки. Это невыносимо. Я ухожу отсюда. И перед Скаем я надеялась, а у него любовь с Диаспора. Я не могу тут оставаться. Прощай, Магикс. Вот так. Она сказала «Прощай, Магикс» и исчезла. Она сбежала. Ха! Это просто прекрасно. Я слышала, что Гординия прекрасна в это время года. Добро пожаловать в Гординию. Все хорошо, Блум. Ты не обязана ничего объяснять. Ты сделала выбор, и мы уважаем твое решение. Надеюсь, я вас не разочаровала. О, Блум, пока ты верна себе, ты никогда нас не разочаруешь.
Спасибо, мама и папа. Сюрприз! Блум, беги отсюда! Мама, папа, зачем вы делаете это с ними? Что вам нужно от меня? Ты на самом деле не знаешь? Оставьте моих родителей в покое! Попрощайся, Блум! Нет! Блум, волшебница Винкс! Чармикс! Превращение Чармикс, магический свет! Превращение Чармикс, тебя прекрасней нет! Крылья расправляй, в небеса взлетай, как радуга сияй! Превращение Чармикс! Мама! Папа! Я лечу! Я поймала вас! Да ладно, ты глупая фея. Сдавайся, Блум. Твоя борьба напрасна. Чего вы хотите? Мы пришли за твоей силой, за силой огня дракона. Ведьмы-прародительницы нашли источник великой силы в волшебном измерении. Она была в тебе, Блум. Но потом вмешалась твоя несносная сестра Дафна. Дафна? Моя сестра? Не перебивай меня, ладно, Блум? Она перенесла тебя сюда, в Гординию. За ее нахальство ведьмы избавились от нее. Потом они уничтожили Домино, твою родную планету. Хорошее решение. А теперь мы пришли забрать, что по праву принадлежит нам, огонь дракона. И ты нас не остановишь. Правда, сестры? Правда. Я могу попробовать. Неужели? Ты фея-хранительница самой мощной силы в волшебном измерении. Но это в прошлом. Вы готовы, сестры? А теперь, сестры, мы заберем силы Блум. Вакуум! Нет! Огонь дракона наш! Сестры, думаю, мы можем идти. Трикс, забрали огонь дракона! Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2011 году.